Так, 22 серия. Рейцы здесь. Мелкими рупами. Так, что-то начало заедать, не могу понять почему. Значит, что-то такое с территориями связано. Erwarten Befehle. Bereit machen. Ja. Vorwärts. Marsch. Одна. Bereit für Befehle. Порядок держится хорошо. Конная артиллерия, да? Достаточно. Пушки найму. Прибыли хватает уже. Здесь порядок. Продержимся. Yes, так. У нас в Америке пираты. Чтобы армию сюда послать и захватить остальные острова пиратские. А, где? А, вот кораблик есть. Увести. А. Можно. Да не будем ждать. Так, а куда вас отправить? Ну, вот сюда. Поближе будет к островам этим. Так. Так, порядок все-таки желательно держать. Так, здесь порядок. Потом все разберем. Линия. Halt! Порядок, здесь ремонтируется. Чем торговать можно еще? Турция. Турция не хочет почему-то. Halte Wache. Beobachte.
Так. Вот прибыл. Так, 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 так. Ну, давай, давай, не дёргайся. Сами. Я сначала Кубу захвачу, а потом уже остальные будут. Segel setzen! Auf Gefechtsstation! Bereit machen zum Gefecht! Truppen auf die Schlacht vorbereiten! Schlachtlinie bilden! Вперед. Bataillone bereit! Wir beherrschen die Meere! Offizier an Deck! Segel setzen! Wir sind bereit! Объеди. Потом флот. Там дела. Schiffsbefehle erhalten. Warte auf weitere Befehle. Так. Хорошо. Торгуем надо построить. Улучшенный порт. Тоже торгуем. Не торгуем, наверное, потому что нет прямой связи с этим. Хотя и их нет. Почему оно не может торговать? Ладно. Напрямую можно торговать. Есть связь со столицей. Здесь тоже не торгует. Так, а ну что за корабли? Большие. Так. Эта армия пусть Клаузенбург захватит лучше. Речь Посполитая хотела. Сэр! Труппен! Форвардс! Разберемся. Так, конец-то есть. Да, милорд. Sofort! Linke Seite, Marsch! Vorwärts für Krone und Vaterland! Так, поставим на мосту армию. Марш! Так, хорошо. Bereit für Befehle! Vorwärts für Krone und Vaterland! Порядок был.
можно и на Софию пойти. Или на Яссы. Посмотрим. Надо бы артиллерию нанять. Ладно, потом. Так, интересно. Разимся. Так, пока так, и подождем подкреплений. А, они вот где. Вот. А, вот. А рыбу, значит, будем стрелять. Хорошо. Отвлекает на себя огонь. Так, давай за домики спрячемся.
Хорошо. Там можно спрятаться. А вот тут домик можно. А, вот еще. Крупный домик. А что это такое в самом деле? Быстро, 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 быстро. Надо, блин, в этот дом не зайти. Да не успею. Давай сюда. Давай сюда. Все. Ладно, то городское ополчение это. Так. Давай, значит, вот сюда пушки. А, это гаубицы. Вперед. Далеко отвел. Ну ладно. Огонь. Как вы тут расположились? Огонь. Так, а где мои? Вот это не в обход будут обходить так. Ладно, подождем. Время есть. Стоп. Хотя нет, вперед. За генералом. Они седой выйдут, они вот пошли. Слушай, ладно. Где это гонится? Куда она? Качет. Да что это такое за невыполнение приказа? Ладно, пусть пока поддержат их. Это как-то не так, надо вот здесь где-то, ага, раз. И ближе, и не достанут. Кирасир как раз придержат. Куда вы скачете? Ждем. Да, неудобно. Подход войск такой. Не поделаешь.
раз кирасиры на себя отвлекут основные силы. Тем временем вся моя армия подойдет ближе. В этом моде, я говорю, когда в походном положении, артиллерия моя неуязвима для пушек и для ядер. Японец еще может тут как бы разломать. А в боевом положении только эти, как его, артиллериста может перебить ядрами. Ладно, жертвуем кирасирами. Подойдет артиллерия, будет полегче. Важно. Так, где они? Опять вокруг идут. Долго будут подходить. Эх, не думал, что так получится. Чего? Задержу, если что. Полупушки, наверное. Порядок. Кирасиры мои разбиты, неважно. Что-то незаметно идет. Порядок. Так, подошли. Задерживать. Огонь, в чем дело? Вроде ровное место. А, он бежит еще один, понятно, застрял где-то. Сейчас они встанут. Огонь. Подходит подкрепление.
Хорошо. Ничего, скоро подойдут. Так еще не скоро. Отвлекаем, отвлекаем. Отвлекаем как можно дальше от пушек. Сейчас конница еще подойдет, поможет. Мы этих артиллеристов перебьем. Все, отошли. Стояли. Огонь. Это где? О, хоть с этой стороны начали подходить быстрее. Конница вокруг пошла, ладно. Справимся и так. Так, генерал прибыл. Сейчас еще пехота подойдет. Thank you.
подошла, хорошо, вовремя как раз. Пехота подошла. Это еще откуда взялось? Порядок. Успел. Продолжаем бомбардировку. Артобстрел. Интересно, сюда достанет? Встает хорошо. Даже не вся армия подошла. Да, кирасиры хорошо задержали пехоту. Из этого обхода конница второй подходила, чем пехота. Потерь было, возможно, было бы и больше. Так. Нормально. Так, опять 25.
Так, значит... Мне нужно сначала, значит, пехота. Потом уже конница. Ладно, начинаем. Уже туман. Так, где тут граница? Не вижу красной. А вот вижу все. А, понятно все. Так, эти где? Можно поставить, хорошо. Или вот здесь. Тут немного отвлечь. Отвлекают. Вперед. Так, где? Вот. Вот тут. А не вот. Опять не вижу, где. А, из леса выходят. А, кто же? Так. Да не достает, ладно. Огонь.
Так. Медленно идут пушки. На убийство, стоп. Их не туда надо. На холмик. Да, туман какой-то тут. Быстрее вы. Это же ж. Под углом выходят прямо.
Так, ага, вот еще отряд. Целый. Немного еще постреляю. Меньше. И хватит. Еще одно сражение. Ладно. Ладно, отвлечем пока. Ой, я не поставил, блин. Ладно. Сделал ошибку. Так, кто там идет сначала? Конница. Конница в обход идет. Забыл гаубица переставить, как обычно, перед боем. Ладно.
все время так криво. Ползут же, как черепахи. Чего? Личная охрана военачальника? Я думал, кирасир, где 166 человек. Я по личной охране всех перебью. Странный какой-то баг, что военачальнику столько дали конницы. Там, ну как тут? 16-21 ближний бой. И хорошо. А, это кирасиры. Которых почти нет. Это не военачальник. Ладно, подождем. Военачальника не пожалею, в бой пошлю. Только задержать. Ай-яй-яй-яй. Быстрее переходи эту границу. А ну 16-26. Да. Хорошая охрана у начальника. А эти близко появились. Граница. Гаубицы пошли. Так, ну давай. Включим внимание. Под углом так затягивает время. Понять.
там было много потерь. Баги какие-то странные. Кто там конится? О, и опять будет ползти в обход. Блин. Ползите быстрее. Конный полк 167, тут точно какой-то баг. Конницы стало больше, пехоты меньше. Ладно, будем конницей давить, ничего не поделаешь. Очень странная. Быстрее. Ого, сколько? 152 артиллериста. Тремя пушками только. Эти хоть отвлекут немного на родское получение. Раз, два, три, четыре все-таки отряда от основных сил. Давай сюда. Давай сюда.
держать. Ну. Так, стоп. Залп. Быстрее уже стройтесь. Быстрее, быстрее, быстрее. Конница держит, выпускает. Гаубица давай проедь сюда, потом будешь догнать, уничтожить. Так, кто здесь? Ага. Ладно, потом.
вперед. А, вот еще. Рушили, все, хватит. Ну еще. Огонь. Продолжаем. Артиллерист, что за тут совсем непонятно. Ладно, хватит. Куда у них армии в этом месте, у австрийцев? Все время свежие. Хорошо. Он хотел артиллерию. Хватит. Да. Порядок. Yes, sir.
Новые фузелеры. Эй, фу, 5-6, что такое? Девять линейная пехота, и то лучше. Так, хорошо. Euer Majestät. Sir, eure Befehle. Так. Порядок. Befehle erhalten und verstanden. Gibt es Befehle? Ja. Ремонтировала. Отремонтировалась, ладно. Поврежден везде 72. Правильно. Так, ладно. Я вольца! Один кораблик. Он ушел. О. Ого. Так, это что за корабль у меня? Это здесь. А есть. Пол. И блин взял, хорошо. Давай сюда. Порядок. Хорошо. Alles bereit machen. Truppen auf die Schlacht vorbereiten. Siegreich und stolz. Нормально. Потом отремонтирую.
Так, продолжаем. Да, в Австрии много войск. Так, где здесь? Артиллерию можно перебросить сюда. Порядок. Да? Эти. Да. О. Так, опять сражение, да? По крайней мере, уже войска все на месте. У генерала 163 конницы, это прикол. У артиллеристов 166... 4 пушки, 166 артиллеристов, тоже прикол. Ну ладно. Туман. Ух ты, дождь зимой. Ладно, моя армия это в обороне. Блин, артиллеристов сколько у меня. Ставим и ждем. Еще что? А, городское ополчение, ну пусть тут стоит. Пригодится. Так, достаем, достаем. Огонь. Идет к ним далеко.
за домом может спрятаться, поэтому стреляю. А, здесь далеко. Ладно. Давай сюда. По кирасирам. Генерал.
еще. А, вот. Да, все. Хорошо.
Komm. Alles bereit machen. Weiter. Подождем еще. Прогнать их отсюда. Пялись. А тут армия подошла, я не вижу. Уже. Беремся. А, пушка вот уже есть. Weitere Befehle? So. Одна. Добавлю. Фузиторы. Пока тут. Что? И школа. А, это в Ганновере. Так, опять надо. Все, не надо. Это мы ломаем, чтобы порядок быстрее был. Вперед сюда. Подкрепление. Хорошо. Отбился. Дальше в следующей серии.